Приветствую вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть Ведьмак первый. Итак, нам надо Винсент Мэй нужен. А как он Винсент Мэй? Персонажа. Винсент Мэй. Или книги по анатомии. Так, ну если его здесь нет, он, кстати, вечерами проводит, по-моему, в другом квартале. Сейчас посмотрим, его в тюрьме нету здесь? Господи. Кто там? Уэйдер. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Рецепты монстры. Так, это бесстрашное создание, обладающее иммунитетом к оглушению. Восприимчивое к серебру и маслу от вампиров. Ну-ка, сохраним. Сейчас мы наточим. Вот так вот. Все взял. Ну, тварь такая. А куда я бегу, собственно? Спать хочу. Не понял, куда ты побежал. Мне же надо просто сейчас это отсидеться. Побежал куда-то. Все, сидим на жопе ровно. Причем бесплатно сидим. Это очень важно. Сохранить. Окей, сохранились. Идем за громоотводом. А, сюда. А вот она ты. Потом. Все потом.
что так. Я пришел. Он готов. 50. Все. Сейчас надо, блин, бежать этому. Так, я, по-моему, на этой улице, нет, соседней. Вашу мать. Швах. Хочется скорее в бой. Так, ну я пришел опять на эту улицу. Вот. Чуть-чуть сюда надо было. Дурацкая игра. Спокойно, игра дурацкая. Мы идем. У нас очень важная спасительная миссия будет. Девочки, потом, попозже. Все потом. Где этот козлина? Вон он. Сейчас поплывем. Прощай. Не. Перевези. Держи. Готов. Готов. Плыви, давай. Пошевеливайся. Давай, говна кусок. Добрый господин, нужна лодка. Мать вашу. Только не трогайте меня нахрен. Мне сейчас надо бежать как никогда на. Делать нечего. Да. Хрен догонишь. Некогда мне с вами с лентяями тут. Это что такое? Даже не туда забежал. Так, а где я? А, ну правильно смотрю. Там пиявок так много прямо. Где ты? Я должен подождать грозу. А она не будет так. Это не так работает. Мне сюда. Я бегу к вам, детки. Я несу конфетки. Так.
Давай. Так, сначала друид. Гвинблейд. Гвинблейд. Расскажи, кто наш. Почему? Расскажи, брат. Мы не. Что? Это. Расскажи, брат. Мы не отличаемся. Печа. Блин, все, мне тебя не заполучить. Красавица. Ну, друид. И Иерофант отсутствует. Он говорят, в городе эпидемия. Кандидатов. Увы, для круга двуидов. Вот цена развития цивилизации. Чего? Вы, друиды, управляете. Нет, мы не можем при. Но вы же приручаете. Можете вызвать грозу. Нет, ну, то есть, да. Проще говоря, мне нужна буря. Гроза с громом и молнией. Я могу, но как я сказал. Я заплачу. Будем считать это пожертвованием в целях сохранения живой природы. Или для защиты вымирающих видов, или для подкупа королевских лесничих. 500 полновесных необрезанных оренов. Это слишком дорого. Как говорит одна моя знакомая чародейка. Пусть возвращайся, когда. Вот пит. Ну, это непростая задача. Я же необыкновенный маг. Каких. Кто угодно с малостью магических способностей может активировать каменные столбы на Големском кладбище. Какое безрассудство! Я знаю кое-какую магию. Может быть, я смогу активировать камни, чтобы пробудить горе. К счастью, это противоестественное создание за пределами действия камней. Иначе произошла бы катастрофа. Игры с силами природы всегда. Как активировать эти камни? Уже соблазнился. Нужно просто коснуться. Я буду. Я догадываюсь, чего ты хочешь, ведьмак. На твоем месте я бы приготовился. Ведьмак без зелий только пол ведьмак. На всякий случай. Так, я хоть туда бегу. Куда я развернулся? Туда бегу. Да, отойди. Ну не видно же ни хрена. Так. Минутку сохраняем. Так вот так мне бегать надо, значит. Ёж твою мать-то. Вот мне не сладко придется. Прекрасный страж.
Во. Вот так вот. Не, давай с мечом, ты быстрее доползешь. Беги, беги, беги. Взять все. Не здесь, а где тогда, мать его? Понятно где. А там темно сейчас. Мне надо куда? К старой башне где-то. Вот здесь вот, по-моему. Разрушенная башня. Да не там. Подожди. А у меня... У меня какой он? Победу. Энергию и победу. Символизируешь энергию и победу. Так, а победа-то мне куда? Так. Нацех. Нецах. Так. Так, это не то. Обелиск Нецах. Ну, я так и думал. Так, это мне надо вот так вокруг башни бежать. Да подождите вы. На. Так, съем курочку. Взять. Да где ты? Вот она. Сохраняем. Где я? Не туда, конечно, надо. Ну-ка, давай сюда. Вон он, вон он, вон. Давай. И еще немного.
Куда ты все время? Жим. Все, до утра, да? А. Нифига не так, стой. Король и королева. Может, дождь пройдет. Дождь не прошел. Что у нас задание? Нужно найти противника посильнее. Так, так, Берингев жив. Похоже, новости в том, что он схвачен так саламандрами. Раймон, мои находки не заинтересовали, и неудивительно, ведь появилась новая улика, чтобы исследовать. Так, понятно. Таинственная башня. Я смог найти еще один. Так, дополнительная информация есть в глоссарии. Осталось найти только один последний сефирот. Блин, это вот этот вот катер. Катер. Так. Так, ну ладно. Последний. Не здесь. Надо идти на вскрытие. Делать. Подождите. Дайте я убегу. Ты как-то крутиться стал, вертеться. Там один вход. Мне нахрен эта башня не нужна. Не по той дороге пошел. Бля. Подожди. Один вход, один выход нахрен. Ха-ха-ха. Не, ну так, ну нормально крутится, что мне нравится. Только, блин, слишком часто вот. Это я где? Понятно. Ясно. Мимо вас. Мимо нас, мимо нас.
Пьяное солнце, да? Я мальчика найти не могу. А был ли мальчик вообще? Вот в чем вопрос. А то кажется, что меня дурят нахрен. У погоды нет плохой... А, у природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. А где? Ну... Валим. Что? Переведи время. Готов? Да, плывем в город. Переплывай, давай быстрее. А здесь уже меч не достает. Оставаться на чеку. Да. Давай, иди, беги, беги. Храмовый портал. Последний Сефирот, он сказал, я случайно найду, да? Где бы он ни был. Так. Я слишком много работаю. Прости. Ну не работай. Муж мне не разрешает разговаривать. Не радость. Так. Реклама. Я уже не могу слышать о Махака. А чтоб тебя... Дверь в дом Вивальди. Давай, волчья лоя. Может, Рубеда лучше? Так, а чего у тебя можно взять? Я не знаю. Книга. Так, вы уже читали эту книгу. Вы уже читали. Ну, можно вот этот ребис забрать. А, нету. Нет, ага. Ну ладно. Хрен с тобой. Пойду к охраннику. Подожди, у тебя тут дверь была, нет? Или мне казалось? У кого дверь-то была внизу? -то? Так. Мне нужен охранник теперь. Вот спросить у него надо. Что за пустая трата слов. Убийство в квартале не людей. Как да я не понял, где это я. Раупенек. Заблудился. Вот видите, где вот он бродит, хрен пойми кто. Есть пара минут. Собственно. Говори, что... Пока. Давай, беги. Коротыш. Ах, если бы у меня... Или книги брать, значит. Где такие книги можно взять? Да. Ты когда-нибудь делал вскрытие? А зачем?
Если дырка от ножа в животе, значит банда. Если голова, в первом случае мы прижимаем могилу. Во втором вскрытие пусть. Да. Прощай. Так. Что у меня есть? Так, это у меня. Чего это? Белое. Алкоголь средней крепости. Вино. Так. А я где нахожусь? Ага. О, кстати, я недалеко, да, нахожусь. Эх, жизнь наша от официантки. Тяжелая. Где ты нахрен? Так. Эх, вы уже читали. Вы уже читали. Все, я у тебя все прочел, подожди. Так. Господи, как их все трещите. Это я помню, как оно делали. Сейчас вспоминай. А это мысль. Так кого же мне выбрать? Наверное, под кудлатым мишкой. Вот ты мне нужна. Чтобы. Так. Настойка. Значит. Подожди. О, что за горшочек? Магические нагоняют страх на ближайших врагов. Понятно. Так, а это что такое? Конфета. Все. Что? Где она? Что я собиралась? Я же сейчас иду к алкашу. Так, а где он у меня находится-то, алкаш? Блин, проблематично. А? Все. Правильно я иду. Как раз по пути и зашел. Вспомнил. Так, доставляем тело. Полночь. Приходим на вскрытие. Блин, я не помню, мы про вскрытие-то... Почитали, нет? Ну, вроде все, которые книги попадались, я пока читал. Пока не ушел. Что? Так. Недавно умер заключенный. Не знаю об этом. Но я могу дать тебе другой труп. Мне нужен тот конкретный труп. Вот как? Конкретный? Осмотр останков – это искусство. Обычная, на первый взгляд, смерть может удивить тебя. Так. Ты мог бы... За бутылку хорошего краснолюдского пойла. Ну вот тебе. Что может быть лучше? Верни. Куда кинуть те... В личие... Будет там... Все. Подожди.
Что? Хорошо. На сундук мертвеца! Вряд ли ты мне расскажешь. Что? Ты много знаешь о смертях в этом городе. Иногда я сообщаю Реймонду. Может... Ни под каким видом. Понятно. Что? Ты много... Иногда... Да. Я не... Старина Реймонд? Нигде... Может и так. Но ты пропустишь меня делом. На класс. Я... Невозможно. Как я могу заставить тебя изменить? Мне нужно официальное разрешение. И других способов убедить тебя нет? Кстати, можешь помочь? Я должен кучу денег Тайлеру. Если он простит мне долги, ключи от кладбища будут к твоим услугам. Я хочу проникнуть. Невозможно. Как я... Мне... И друг... Кстати... Почему кладбище? Потому... Так. Ну как? Ну, герой. Не лишь... Что? Прощай. Так, мне нужен кто капитан, он сказал. Так, места, персонажи. Тейлор, да? ПРСТ. Тайлер. Твою мать. Ну давай, я только не знаю, как за ним, перед ним заглаживать. Сила, что внутри нас. Так. Это на противоположной стороне. Угу, все понял. Но я его недавно только видел. Так, сюда мне в полночь наведываться. Вот шкаф торчит такой. Блин, надо было там пробежать. Самая длинная дорога побежал. Ну давай. Так, сохранить. Ну так что? Будем р... Можешь? Я все могу. Только что-то не... Как я могу тебя убить? Меня достало это проклятое расследование. Докажи, что я не... Хорошо. Так, а что мне тебя надо? Мне ничего и не надо. Так. Все. Как бы мне тут заработать? Осталось подождать только немного. Проститутки. Ну, должен так вот бегать кривость накось. Говорят, Вивальди обанкротился. Чего и следовало ожидать. Ведешь дела с людьми, готовься к краху. Так. Вот сюда мне. Проклятие. Где ты? И что мне нужно? Посмотри на внутренние органы. Яды, это нынче модно. Любой может сварганить что-нибудь. Я слишком часто видел, как алхимия помогает решать семейные ссоры. Господи, у меня голова волка там трясется, там, где моя рожа, там голова волка. И она трясется. Что, не понял? Или Реймонд сам подвержен этому?
Интересно. Девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Спать хочу. Так, где ты там? Вот, помолитесь, получите ты кристалл. Еду туда киньте. Вот и ты наконец. Давай начнем. Начало вскрытия. Раса – человек. Пол – мужской. Ранение проник... А можно без жаргона, Шань? Как хочешь. Он умер вчера. Его порвали на части. Так, так. А человек мог нанести такие раны? А человек? Только если у него челюсть шириной 2 фута. Нет, невозможно. Кто-то высосал костный мозг. Вполне может быть. С тех пор, как началась чума на кладбищах, их... Значит, на части его разорвали уже после смерти. Не от этих. Но есть множественные колотые раны. Что-то тут не так. Так, руки вывернуты. Голова в неестественном положении. Ты прав. Раны это не объясняет. У него был какой-то приступ? Нет, не вижу других симптомов. Может быть, яд? Тогда зачем столько раз пырять его ножом? Скоро выясним. Давай проверим внутрь. Мы знаем, что этим оружием его не убивали. Давай проверим печень. Как я и предполагала, полностью цирротично. Использовался сильный яд, влияющий на нервную систему. Достать практически невозможно. А если ты алхимик? Талантливый алхимик может запросто такое сделать. Шани, мне нужны доказательства. Терпение, Геральт. Алхимические яд... Понятно. Давай заглянем в ротовую полость. Как ты видишь, язык был грубо вырван, но преступник не смог удалить все почерневшие ткани. Почерневшие? Да. Яд вызвал некроз ткани языка, так что убийца удалил его. Так что теперь мы можем быть уверены, что убийца – талантливый алхим. Да. Калькштейн. Он хотел подставить бандитов, но не смог предвидеть результатов профессионального вскрытия. Хорошо, я уже с ног валюсь. Подожди. Вскрытие закончено, мне нужно принять. Так, я был не согласен с этим, и поэтому давайте-ка. Вот. Давай на. Потому что не так должно быть. Ой, кто взял дождь, все влезло. Начало вскрытия. А может. Как хочешь. Так, может быть, оборотень человек так. Что ты думаешь? Это ничего не значит. Его могли разорвать гули, клад... Значит, на части его разорвали уже после смерти. Не от этих. Но есть множественные колотые раны. Так, что-то тут не так. Голова не сесть на положение, руки вы. Внешние признаки, это еще не все. Напряженные мышцы и шея. Откуда ты знаешь, когда он умер? Кинжал ассасина. Люди могилы. Хорошо, когда есть уверенность. Какие-нибудь предложения? Давай проверим внутренние органы. Так, теперь печень. Вот мы. Давай взглянем. Напрочь поражена циррозом. Яд? Вне всяких сомнений. Кроме того кошмара, который он сотворил с его печенью, яд вызвал судороги. Могли бандиты... Они могли его купить у кого-нибудь. Среди них... Так. Так.
Кельштейн. Давай проверим легкие. Так. Блять, их трое должно быть. Так, Кельштейн тоже занимался такими вещами. Все указывает на людей могилы. Давай проверим легкие. Давай посмотрим на сердце. Кальгштейн тоже. Яды алхимиков обычно оставляют следы. Давай посмотрим. Давай. Почерк. Да. Так что теперь. Да. Кальгштейн. Хорошо, я. Подождите, нет, я опять не удовлетворен. Ой, нет. Загрузить. Неправильный ответ отдаю. Надо, блин. Надо правильные ответы дать. Так. Мои легкие. Это какое-то проклятие. Вот. Давай на. Мои. А может. Как хоть. Так, ну, так, человек нанесли такие раны. Что ты думаешь? Это ничего не значит. Значит. Нет, ты. Так. Кинжал. Ассасина хорошо, мы подвели. Да, могилу. Какие-нибудь предложения? Давай проверим внутреннюю. Так, вот если сейчас печень проверим. Вот мы и вскрыли грудную. Так, посмотрим на сердце, на легкие. Давай посмотрим. Сердце не тронуто, но аорта перерезана кинжалом. Это смертельно? Да, даже при твоем метабо. Давай. Перфорированы. Странно, не коснулось важных сосудов. Если бы эти ранения были причиной. А можно. Понятно. Выжить с пневмотораксом? Да, средней руки хирург сможет тебя вылечить. Так. Давай. Напрочь поражена циррозом, но он не похож на выпивок. Яд? Вне всяких. Могли бандиты добыть такой? Они могли его. Эйнштейн тоже занимался. Все указывает на людей могил. Давай проверим легкие. Давай посмотрим на сердце. Давай. Сердце. Это смерть. Да, даже. Так. Как скажешь. Геральт, я ненавижу нерешительных мужчин. Хорошо, я. Тогда решай, потому что. Давай. Напрочь. Яд. Вне. Маг. Они могли. Кальгш. Яд алхи. Ну, блин, что-то не то. Давай. Почернее. Да. Так что. Да. Кальгш. Хорошо. Подожди. Нет, не так. Он не от этого умер, точно помню, он какой-то там от жука какого-то умер. Только как мне выйти на него? Вот. Давай. Начнем. А можно без жа. Как хочешь. Так, может быть, оборотни так, но если так. Что ты думаешь? Это ничего не значит. Его. Значит. Нет. Что-то не так, голоса, так, руки вывернуты, так. Вне. Обычно я делаю выводы, основываясь на окоченении мышц. Как говорят, дотошность – основа успешного. Давай проверим внутреннего. Эти раны слишком. Если и так, то редкий вид. Кальгштейн? Дай-ка я проверю печень. Так. Что-то тут не так. Ну, иногда жизнь бывает и простой. Ты уверена, что яд — это единственное объяснение такому необычному трупу? Самая вероятная причина. У меня мерзкое предчувствие, что за этим скрывается не. Магия часто ведет к. Вскрывать череп. Личинка с зериканской мухи ЦЦ. Очень опасные мухи. Ты нормально себя чувствуешь?
Лучше, но как они попали к нему в мозг? Это часть их цикла развития. Если бы мы были в Зерикании, я бы сказал, что муха забралась к нему в нос и отложила там яйца. Насколько я знаю, мы все еще в Темерии. Это нам очень сильно повезло. У нас слишком холодный и сухой климат, мухи ЦЦ здесь не приживаются. И даже если у кого-то нашлись эти яйца, этому кому-то пришли... А как выглядят эти яйца? Маленькие беленькие, можно запросто спутать с мукой. Или с физштехом. Геральт, он нюхал физштех до того, как умер. Я сама ему его дала. Он очень страдал, а других обезболивающих не было. Откуда ты его взяла? Его достал для меня твой друг-детектив. Сказал... Реймон. У нас проблема. Он добавил яйца в физштех. Забрался сюда ночью, чтобы подделать следы. Это не похоже на Реймонда. Это так. Хотя с некоторых пор мой медальон вибрирует, когда я вижу Реймонда. Ну, кстати, я говорил, он вибрировал медальон. Откуда сам Азар Йевет родом? Боюсь, настоящего Реймонда уже нет на свете. Но я его видела только вчера. Значит, Азар скрывается с помощью иллюзии. Он пытался мной манипулировать. И что ты будешь делать? Для начала поговорю с Калькштейном. Так. Подозреваемый Калькштейн. Подозреваемая могила. Ой, а чё я сюда-то вышел? Надо было через ту дверь бежать. Я же сейчас могу доказать, да, что он не виновен. Но так. Я выяснил, кто так. Да говори ты! Вет использует личину, чтобы замаскироваться под Реймонда. Сам детектив мертв. Евет пытался навязать мне свои планы. Даже не знаю, что сказать. Ядрёна вошь. Еще чуть-чуть, и он нас всех поимел бы. И как ты собираешься прикончить этого? Мне нужно как-то его ослабить. Но я пока не знаю, как ему. Поговори с людьми, на которых он тебя натравил. Один из них должен знать способ. Я вычислил Салам. Точно. Я еще верну. Черт. Но так... Я все могу. Скажи могильщику, что он мне ничего не дал. Спасибо. Все. Так, здесь мы решили проблему. Теперь могила. Могила теперь нужен мне. Блин. Получается, все время я на него и работал. Хреновенько. Так. Зигфрид уже скрылся, да? Пойдем. Хорошо, заходи. Давай. Что тебе? Я вычислил. Годится. Ты приобретешь элемент неожиданности, но будешь драться один с сильным колдуном. Может быть, у Калькштейна есть какие-нибудь идеи? Хорошая работа. Я раскусил Салам. Слушаю тебя. Я ищу. Пакет какой-то. Ну, пока все идет хорошо. Лестница вниз, а что внизу? Сундучки. Так.
Понятненько, все. Нет, не все. Уходим. И чё так сидишь целый день, потом ночь? Ну, какой-то скучный. Так, могильщика все равно сейчас нету. А это, кстати, что за рельеф? Кто-то должен положить туда. Ладно. Смотрите, тень есть, да? Тень от тени. Ха-ха. Прикол. Вот он, у него и фиштех этот. Бывай. Вот сейчас даже не знаю, давайте сохранить, потому что я даже не знаю потом, как он уйдет, не уйдет. И он, у него фиштех на столе. Наркота, блин, который не нюхает, кокс. Дверь дома Вивальди. Но мне нужна вот эта дверка. Заходим. Эльгштейн. Так. Я подозреваю, что ты работал с Яведом. Я знаю, что на самом деле за саламандрами стоит. Ты уверен? Да, у меня есть неоспоримые доказательства. Азар убил Реймонда и выдает себя за него при помощи иллюзий. Каков мошенник? И что ты собираешься предпринять? Лучше тебе не знать об этом. Будь осторожен. Он очень силен. Его надо отрезать от источника своей силы, стихии огня. Замани его в место с нестабильной магической аурой. Хорошо бы, чтобы это место было окружено водой. Башня на болоте. Идеально. Там ты сможешь победить. Как мне попасть на болото? Выйдешь из западного. А что? Потом найдешь пароп. Да, рядом с болотом. Спасибо. Это я, блин, думал, что-то может новое расскажет. Так. Ага. Не можем. А чё я, блин? Давай. Мне нужны... Так. Вот филин, может быть, повышает энергию. Так, значительно повышает регенерацию энергии. Этого у меня просто нет. Кошка, король и королева. У
Масло от призраков. Так, слезы жжем. Наверное, масло от призраков. Вот еще одно. Падальщиков. Вот так. Да, медитируем. Белая чайка, белая чайка. Сейчас мы подберем это все. Где-то. Может, Рубедо лучше? Вот так. Так, у меня что остается у меня? Слезы жжем. Выходим. Так только я последний этот не зажег. Я хоть правильно бегу? Куда я прибежал-то? А, ну я просто по-другому. О, золотой хивай, блин, опять там. Смотрите-ка, не убежал. Так, сохраняем. Так, вот это вот удалить. У меня... И? Не могу сделать четкий. Почему? Как бы это... Я перепутал пробирки и чем-то разъедающим. Чем-то разъедающим. Изучать то, что осталось. Что, вообще ничего не осталось? Вообще. Все ошибаются, Реймонд. Мне надо подумать. Возвращай. Я сказал так, что ничего не нужно, время вскрытия. Не сейчас. Блин, и как мне быть-то? Ты уже здесь? Я слишком много работаю. Что тебе дать? Так, руна тебе не нужна, кожаные перчатки тем более. Очень смешно. Так. Спасибо. Ради всего святого. Твой муж поднимает на тебя руку, а ты молчишь. Храмовый квартал. Мир. Где болото? Не понимаю. Так. Покажи. Господин, бывай. Ну, тебя все я уже взял, то что надо. Вот, конечно, товар хороший. Что-то не так.
Вальди. Ты-то тут при чем? До встречи. Так, ну-ка, подождите-ка. Так. Так. Винсента. Персонажи. А, вот он. Все понял. Шопу сосуществляне! Проклятие! Так. Все, сориентировался, где тебя искать. Почему мне последний сефирот-то не дают? Может... А почему меня должен заботить этот... Скажем, это способ доказать твою невиновность. Не дождешь. Мне бы не хотелось... Сердить? Тем более результат такой, но чушь. Я знаю, что это Реймонд. Кто такой Реймонд? Реймонд, лидер Саламандр. Поверь, ведьмак, у Реймонда есть все причины ненавидеть Саламандр. Кроме того, их возглавляет Евет. В том-то и дело. Евет и Реймонд одно и то же. Саламандр убил настоящего детектива и использовал его доброе имя, чтобы обтяпывать свои дела. Он воспользовался иллюзией. Как ты это выяснил? Элементарно, дорогой капитан. Дедуктивный метод. Значит, Реймонд. Буду за ним приглядывать. Скоро полно. При чем здесь полнолуние? Ни при чем. Забудь об этом. Терпение, ты оборотень, ведьмак. Да? Очень скоро мы схватим этого ублюдка. Никогда не слышал поговорку. Хочешь, чтобы что? Ты о чем? Абсолютно ни о чем. Забудь об этом. Ах да, чуть не забыл. Если это правда, а я подозреваю, что так оно и есть. Ты молодец. Без проблем. Может, заодно наведешь там порядок. Посмотрим, что я смогу. Так. Так, вот так, теперь я могу пойти к могильщику. Так, а ты у нас где, могильщик? Мать его, почему я должен так бегать нахуй? Снова начнут пускать в город торговцев. На рынке говорят, карантин будет длиться до тех пор, пока свирепствует чума. Так. Секреты визимы. Я сказал так, что ничего не нужен. Но не могу же я сказать ему прямо лицо так. Толк с тобой говорить. Сейчас пойдем. Так, в городе он не достает оружие. Пойдем радовать. Что? Невозможно. Так, простите, долги. А что? Это? Да, я выкупил у них. Вот ключи. Прощай. Ну, так двумя способами можно было на кладбище-то попасть. А зачем мне на кладбище, правда, понятия не имею. Что я там буду искать? Ну, давайте пока день осмотримся хотя бы. Так.
труп разбойника. Белые розы. Твою мать. Там порядок, а что там наводить-то? Неизвестное растение. Врата купеческого квартала. Ну, трава растет, да. Сундук. Хрен я тут делал, мне его на болото как-то надо вымолить. Так я открыть не могу. Последнего камня у меня нету. Врата купеческого квартала. Ночью поди откроются только. Оборотни, наверное, будут, да? Блин, меня пустая пускали столько так под склеп. О, лягушечки. Сохранить. Посмотрим, что здесь. Ой. Гуль, ты ли это? Как с одного удара, как тебе? Даже не знаю, что здесь мне искать-то надо. Набирайся быстрее. Подожди. Да твою мать.
Подожди, так мы нахрен ни о чем не договоримся. Где кошка у меня? Так, чайка, жон, ласточка, кошка. Убил. То понять не могу, попадаю я по нему или нет. Подожди, мне надо выпить так. Черная кровь, яд смертельный для кровососущих. Так, превращает кровь в яд смертельный для кровососущих. Ну, чё бы и нет. И еще давай вот так вот. Так. Так, где бы так? Пурга. Нет. Вероятность критического нокаута, повреждения. Руна земли. Нет, не побеждать, да? Угу. Масло для клинка, так. Повреждение, так, для клинка от падальщиков. Не понял, что у меня не воспользовался. Ну ладно. Давай. Куда ты? Ой, 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 ой.
Ну давайте смотреть теперь разбираться. Что я тут поимел? Это что такое? Кость. Нет, это пока оставь. Еда. Алхимический. А что бы мне тут убрать? Вот даже сейчас так вот на бум-то даже не скажешь. Ладно, пусть пока стоит. Вот и все. Что-то взял. Этот-то что? Купорос. Лимфа чудовище. Да меня вот это вот интересует. Кость Грайвера, химический ингрессивный. Так, дважды щелкнул мышь, чтобы перетащить предмет. Как я тебя могу перетащить? Содержит следующие элементы. Корень зернака. Лунная крошка. Давай. Вот так, наверное. Свинина. Кстати, покушать. Ну, так пока правильно иду. Давай. Что у тебя? Блин, за мной кто-то пойдет обогатеется. Кстати, зря вы так. Я мечик-то себе подточу. Охрень взял. Стороны. Давай, 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 беги, 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 Геральт. Вот. Да.
Это что такое щелкнет? А, неизвестный эликсир. Так. Неизвестный эликсир. Это что такое алхимическая сера? Я выкинул, да, серу? Слушай, что-то все взял. Прекрасно. Саркофаг. Так. Пошло нахрен отсюда. Вроде все. Ну это уже так по мелочи. Все, всем, всю эту гробницу я сделал. На. Mortal Kombat нахрен. Все, восставших больше нету. Претензий нету. Порядок на кладбище. Так, ворота там закрыты, может быть ночью только откроются. Ночью поди тут нечисти. Тьма. Узнал, что в склепе лежит тело Реймонда. Но как же так? Я с ним... Теперь я уверен. Предводитель Саламандр, маг-иллюзионист. Что? Прощай. Так. На кладбище нашел труп настоящего Реймонда. Ну вот. Вечный огонь наполнен. Ну а как мне его выманить? Все равно надо как-то выманивать. Так. Там у детектива. Ну-ка давайте сохраним. Удалить. Сохранить. Отличная идея. Ну да. Теперь я все знаю. Калькштейн работал вместе с могилой. Я нашел неопровержимые доказательства. Что теперь? Мы устроим ловушку. Собирай снаряжение и приходи, когда... Посмотрим. Так я уже готов. Я собираюсь взять... Он сражается на стороне Саламандр. Это будет непросто, но...
Так, вот мне-то его сейчас, кстати, убивать-то не обязательно. Надо, чтобы время какое-то прошло. А мы пока доложим страже. Что это? Кто это? Это я. Блин, там мы с ним драться будем. Если, конечно, он туда придет. Я знаю. Умираю от любви. Поговори. Про ту связь Саламандра. Так, а где бы мне перекантоваться? Славно растешь. В трактире может перекантоваться так же. И потом уже к нему можно будет идти и сказать, что... Где молоко? Так. Сюда, под кудлатым мишкой. Так, что я могу скинуть? Но пока я ничего не готов. Так, хочу отдохнуть. Я 5 ор. Так, король и королева, кошка. Ласточка, кошка. Так, а у меня что, еще какие-то? О, повышает он регенерацию. Ну вот, кстати, потратил. Вот так вот. Разумнее. Дерешься как баба. Я тебя разобью. Нет, нет сооружения. Под воздействием чего-то нахожусь. Ладно. Погуляли. Дом могилы. Стихия огня, блин. Мне его не сжечь получается тогда. Оглушить только. Ой, только оглушение. Так, сохранить. Валь, ты где? Что? Так. Отличные новости. Ты убил Мак? Он больше не будет нам докучать. Но новости в другом. Скоро мы схватим Евида. Простоим за твою семью. А могу я узнать, в чем заключается план?
Я хотел действовать в одиночку, но если ты хочешь помочь... Разумеется, хочу. В конце концов, ты мне платишь. К тому же мы теперь друзья? Да, друзья. Значит, вот как мы поступим. Поскольку мы лишили его правой руки, могилы, теперь мы сможем сыграть на том, что нужно ему и его прихлебателю... И что это? Магические секреты, скрытые в башне на болотах. Я знаю, как... И мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Конечно. Чем я могу помочь? Пойдешь со мной на болото, а когда я открою башню, вынесешь для меня тайные книги. Нельзя, чтобы они попали в руки Еведа. Можешь на меня рассчитывать. Когда отправляемся? Немедленно. Мы должны получить то, что спрятано в башне. Все книги и свитки. И использовать их в качестве... А как ты собираешься открыть башню? Этот камень — ключ от башни. Или часть ключа. Просто постарайся заинтересовать этим Калькштейна, как мы... Так. Все, мне прямо сейчас можно идти. Блин. Ой. Так, ты мне что скажешь? Так, что у тебя осталось? Может, Рубедо лучше? Все, надо идти на болото. Вот этот гребаный последний камень туда вставлять нахрен. Как бы в жопу бы ему засунуть вот этот вот камень. За то, что молчал столько времени. Я ухожу отсюда. Здорово. А я прихожу сюда. Получается вот так вот. Ты странный. Спать хочу. Только он поди по болоту, он там уже лазит. Есть у меня такое предположение. Хотя мы должны вдвоем, конечно, на лодке плыть. Где ты? На службе. Вот он. Кто хочет переправиться? Давай. Перевези. Время. Готов? Готов. Ага. Блин, этот последний камень, так трудно достать его нахрен. Бегаешь, он потом вроде как бы начинаешь уже вникать, чё куда бежать, вот эта беготня с одного конца на другой. Новый клиент? Новый. О, мужики, ну хватит лить-то уже. Реально уже достало это все. Что день, что ночь. Так. Разницы никакой не становится. Ага. Включаем скорость. Нахрен доплюнешь ты до меня.
Давай, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ох, как быстро. Друиды, я иду к вам. Открывайте ворота. Ой, у вас их и нету ни хрена. Чего вы так далеко живете-то? Так, куда мне сейчас? А почему мне сюда? Ну давай сюда, к каменному голему. Меч ордена. Ну все, здесь я все сделал. Мне теперь к башне. А к ней-то вот, кстати, вот, блин, только один проход. Чтобы к ней пройти, надо вот так вот. Мимо разрушенной башни. Кстати, посмотрите, ни одного еще монстра не встретил. Или встретил. Вот. О говне вспомнишь, оно и всплывет. Правильно бегу. Так. Скоро ты узнаешь правду. И нервничаешь? Да нисколько. Сосредоточусь на задании. Мне принести из башни книгу? Да, и побыстрее. Нельзя, чтобы Калькштейн нас опередил. Надеюсь, этот убийца заглотил наживку. Я этим занимаюсь. Вот так. Вы выучили знак Акси. С его помощью можно очаровывать противников и привлекать их на свою сторону. А какой, блин? Пятерка. Так, и что мы имеем? Неизвестный эликсир. Thank you.
сохранить. Ждет. Ты хочешь узнать правду? Очень хочу. Только вопрос. На, по зубам. Красавчик. Когда ты решил принять облик Реймонда? Ты сам подсказал. Он шел за мной, а ты ему доверял. Глупо было не использовать случай. Вот по этому плану ты и встретился с Ведьмаком. Глупо было бы мне не использовать случай. Хватит болтать. Веди меня туда, где ты спрятал все, что украл в Каэр-Мархене. Да подожди ты. Еще разок. Да подожди ты. Понимаю, что-то я почему-то тебе. Ну давай. Прибыл по приказанию своего господина. Слушаю и повинуюсь. Профессор, кончай клоунаду и займись ведьмаком. Видишь ли, ведьмак, Азар испытывает определенный дискомфорт в водной стихии. Беда с этими магами огня. Отлично. Одним выстрелом двух зайцев. Экстраординарно. Тихо. Война. Азар болван, ты позволил ведьмаку провести себя. Тихо. Возвращаемся на базу в купеческий квартал. Быстрее, пока он не очнулся. Мы с тобой еще встретимся.
Встречалка Все не согласны, что события, потрясшие Тимерию, начались на болотах под Вызимой. Обе стороны предвидели конфликт и испытывали врага. Обычная разведка превратилась в битву. Скоэтаэли победили благодаря разведке и стремлению к свободе. Орден понял, что угроза со стороны нелюдей больше, чем думали. Азар вывел меня из боя, когда я очнулся благодаря Трис, груды тел были рядом. Последний раз я смог сохранить нейтральность. Охренеть. Я еще и в войне поучаствовал, пока без памяти. Ошибаешься. Он в моей власти. Не только он, все они. Жаль, что Фольтеста сейчас нет, но вы займетесь Советом Королей. А проблема с Леовуарденом тоже решена? Да, он принял мое предложение. Он сказал, что те, кто стоит за ним, сами собирались подобное предложить, но мы опередили. Мужчины, болтуны, всегда во всем хотят быть первыми. Кстати, как там твой ведьмак? Думаю, удастся его убедить. Не ошибись. Геральт проницательный и особенный. Я знаю. Я ухожу. Я свяжусь, когда закончим с этим. Ведьмак не должен узнать то, что ты скрываешь. Трис? Зачем ты встаешь? Я хочу проверить, здоров ли ты уже. Да. Нормально. Больно не будет. А, так проверить? Проверяй. Два раза. Результаты тестов положительные. Ты полностью восстановился. Все ваш странный ведьмачий метаболизм. Трис, как я тут очутился? Чистое совпадение. Я изучала магические аномалии и наткнулась на фальшивый след, который оставил этот шарлатан Калькштейн. Ты нашла меня на болоте? Что же там произошло на самом деле? Я не знаю. Алхимик все еще изучает камень, но там ничего нет. Самые большие аномалии здесь, в Вызиме. Магические аномалии? В Вызиме? Да, я была бы тебе благодарна, если бы ты помог мне разобраться. Но пока что надо разобраться с твоим здоровьем. Хм. А мне показалось, результаты тестов положительные. Милашка, ты меня неправильно понял. Физически ты в полном порядке. А сознание мое. Меня беспокоит твое сознание. А что с ним? Мое сознание? Ты бредил, постоянно бредил. У меня не было другого выбора. Мне пришлось прочесть твои мысли, чтобы узнать о твоих ранениях и о том, какой яд ты принял в этот раз. Думаю, ты прочла не только это. Это неизбежно. Ты слишком громко думаешь. В любом случае, теперь я знаю о твоих последних приключениях. Ты можешь справиться с моей амнезией. Вернуть тебе память? Нет, очень вряд ли. Но есть призрачный шанс. И чего ты замолчала? Какой призрачный шанс? Судя по тому, что я видела, тебе станет лучше, если ты создашь стабильную модель личности. Расплывчатый эвфемизм, который значит... Геральт, пожалуйста, я пытаюсь объяснить тебе нечто очень важное. Ладно, только обойдись без этой псевдонаучной билиберды. Ты должен принять чью-то сторону в том, что сейчас происходит. Неважно, какую позицию ты выберешь, главное, чтобы ты ее выбрал. Идентификация, возможно, позволит тебе восстановить память, и ты в любом случае ничего не потеряешь. Ты можешь сказать, что ты видела? Нет, я не хочу, чтобы ты превращался в мое видение Геральта. Я хочу, чтобы ты все решил сам, не оглядываясь. По-твоему, я не должен интересоваться своим прошлым? Именно. Воспоминания вернутся сами. Посмотрим. Геральт. Так, ты говорила что-то про магические аномалии. Ты говорила что-то... Их могут вызывать различные события, но что самое важное, они могут стать причиной появления настоящего зла. Ну, типа пса. Когда я чувствовала подобное в последний раз, вы с одной нам обоим известной волшебницей пробовали обуздать джина. Тогда была уничтожена половина города. Возможно, ты об этом не помнишь, но... Я ничего не помню. Мне понадобится твоя помощь. Эти побрякушки — магические сенсоры.
Их надо разместить вокруг Кузины. Тогда мы сможем найти источник аномалии. Конечно. Мой Геральт. Он никогда мне не отказывает. А зачем еще нужны друзья? В купеческом квартале, в стене у городской ратуши, есть небольшая ниша. Второй сенсор установи в храмовом квартале у спуска в канализацию. А третий — на Вызимском кладбище. Мы создадим типичный треугольник Ратклиффа. Ты ведь знаешь, в таких случаях эффективнее всего треугольники. Как ты сюда попала? Долгая история. В то время как вы, мужчины, бегаете бессмысленно по свету... Это приносит свои плоды. Не понимаю, каким образом. В любом случае, я решила найти Саламандр, используя нетрадиционные методы. И как успехи? Замечательные. Теперь мы многое знаем. Придет время, и я все тебе... А почему не сейчас? Ничего не достается бесплатно, ведьмак. Чтобы получить эту информацию, я дала несколько обещаний, в том числе обещание ничего не рассказывать тебе. Терпение. С кем ты говорила при помощи телепорта? Ты слышал. Ну, так просто. Дела чародея. Может, что-то серьезное. Ты слишком много волнуешься, Геральт. Чтобы узнать про Саламандр, мне пришлось дать несколько... Тем не менее... Поверь мне, не... Пока. Увидимся. А, чуть не забыла самое главное. Давай. Что? С тобой хочет встретиться один человек. Я вообще-то про другое думал. Очень влиятельный думал. Купец, Лео Поцелуй. Варден. Он устраивает банкет в Новом Наракорте. Я не слишком люблю банкет. Там будет множество влиятельных людей. Ну, не знаю. Включая принцессу Аду, которую ты освободил от заклятия. Кажется, она к тебе неровно дышит. Я подумаю. И я там буду. Ладно, ты меня убедила. Может... Вот пропуск, который позволит тебе без проблем передвигаться по Вызиме. Пропуск? Ну, в дополнение к карантину, власти в Вызиме... Военное и как положение. Я это не заметить? Закон действует только в купеческом квартале. А как пропуска регулированы комендантским часом? Теоретически, только жители квартала могут по нему передвигаться. К счастью, у меня тут есть дом, так что получить пропуск было не слишком сложно. А как насчет пропуска для меня? Я зарегистрировала тебя как жителя своего дома. Разумеется, это все фальшиво. Помнишь, ты мне мы говорили о моей личности? Помнишь? Конечно. Все еще пытаюсь во всем этом разобраться. Геральт. А что с пропуском? Ну, в дополнение к карантину... Закон действует... Я зарегистрирую... Блин, это я уже понял. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.